Итак, сегодня рассмотрим проект и будем претендовать на дроп от Movement Labs. Что это вообще такой проект и что он делает? Грубо говоря, это сеть модульных блокчейнов. Всего проект собрал более 41 миллиона долларов. Что нас интересует, тут есть такие тир-1 проекты, как Binance Lab и Polychain Capital, например. Ссылки и подробный письменный гайд из видео я оставлю в нашем телеграм-канале. Так что переходите под видео и подписывайтесь. Теперь приступаем к активностям. Переходим по первой ссылке на Galaxy и логинимся через наш MetaMask. Нажимаем «Далее», «Подтверждаем». Все, мы вошли. На первом задании нам нужно просто посетить страницу. Вот. Все, можем закрывать. Далее нам нужно отвечать на квизы. На них ответы я также оставлю в нашем телеграм-канале. Либо же вы можете повторять за мной, я сейчас покажу все также ответы. Далее ответ у нас С. После здесь пишем DC. Decentralized. Шарит. Секьюнкер. Возможно, конечно, мой английский немножечко плох. Но я думаю, вы поймете. Далее на четвертый ответ А. На пятый Б. И подписываем. Все, мы уже прошли, нам засчитало два задания. В третьем задании мы опять просто посещаем страницу. Все, можем закрывать. После у нас снова квиз. На первый вопрос у нас ответ А. Далее пишем. Вандербильд. Вандербильд. После ответ Б. Потом пишем Сан-Франциско. Все, и подписываем. На третьем опять посещаем сайт. В третий раз уже. Все, и закрываем. После снова у нас квиз. На первый ответ фрактал, вот. Вот, да. На второй у нас ответ Целестия. На третьем Рацор. Далее у нас ответ Д. И последний ответ А. Подписываем. Опять посещаем сайт. Все, только он загрузился, сразу закрываем. И отвечаем на квиз. На первый у нас ответ в мове. Далее ответ Pathfinders. После у нас ответ Creator. Четвертым у нас ответ Шуларс. Далее Explorers. В шестом Masons. В седьмом C. А в восьмом мы пишем Movies. Все, подписываем. Так, далее нам нужно подписаться на их твиттер. Переходим. Нажимаем Follow. Все, можем переходить. Далее. Нам нужно подписаться на Galaxy. На само. Вот, нажимаем Follow. Так, после того, как у нас появились везде галочки, мы нажимаем Claim 100 поинтов. Мы получаем. Все. Далее. Сейчас оно засчитается. Вот оно засчиталось, но второе задание еще не открылось. Значит, нам нужно перегрузить. Все. Сейчас заново подписываем все в MetaMask нашем. Далее. Подтверждаем. И переходим на второе задание. И нажимаем перейти в Discord. На приглашение. Переходим. Что нам нужно здесь? Нам нужно здесь пройти верификацию будет.
Отправляем. Так, нажимаем Start Verification. Итак, в первой верификации мы должны выбрать boat, то есть лодку. Берем здесь и ищем нашу лодку. Вот она. Все, первый этап верификации мы прошли. Здесь нажимаем галочку. Далее нам нужно пройти вторую верификацию. Нажимаем Verify. И здесь нам нужно написать ответ. Сейчас так неудобно переписывать. Вот пишем. Проходим просто капчу. Отправляем. Все, я полностью верифицирован. Далее мы переходим опять на нашу страничку. Чтобы задание прошло, нужно подождать будет около минуты. Потому что если сейчас я сделаю, то оно, скорее всего, не подтвердится. А, нет, смотрите. Сейчас быстро прошло. Далее нажимаем Claim. Собираем. С этим мы покончили. Далее мы просто переходим на вот этот вот сайт по ссылке в нашем телеграм-посте. И каждый день заходим, логинимся через MetaMask. Все подписываем опять же таки. Далее подтверждаем. И каждый день посещаем сайт. Нажимаю посетить. Закрываю сразу. Все. И каждый день клеймим 5 поинтов.